Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Oppo Find X3 Neo. И сейчас я вам покажу, как сбросить настройки камеры на этом телефоне. Итак, открываем приложение «Камера». Нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Переходим в «Настройки». Идем в самый низ. И нажимаем «Восстановить настройки по умолчанию». Настройки камеры были сброшены. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!